В современном развивающемся мире биоулучшения организма повсеместны. Невероятный масштаб трагедии потряс местные вурмы, препятствуя помощи. Это тяжелые времена. И наше будущее зависит от наших решений. С ростом населения по всему миру появляются мегагорода. Экстремальные условия вызвали массовое бегство местных жителей. Базы Союза в боевой готовности с самого утра. Энергетическая воздушная оборона тут же нейтрализовала атаку. Сегодня произошла новая кровопролитная стычка между протестующими и местными войсками. Нет сомнений, это новая холодная война. Мы не всегда видим своих врагов, но они всегда где-то рядом. Меня зовут Джейкоб Хендрикс, ваш новый командир. Это премьер-министр Египта Саид. 2 дня назад нильцы взяли его в заложники. После восстания в Каире они захотят его казнить. Показательно. Мы этого не допустим. На будущее. И если что не так, вас никогда не было. Нильцы скоро будут здесь. У нас примерно минута на то, чтобы отвлечь их. Башня, убрать все движение с полосы 1-9. Вас понял. Перебрасываю на полосу 1-1. Груз 4-0-1-9. Возгорание топлива на полосе 1-9. Посадка на полосу 1-1. Подтвердите. Эй, почему заперто? Подтверждаю. Иду на полосу 1-1. Вот, так. Окей, хакерский модуль готов. Калибрую систему цель указания Нево. Вот и гости. Нево, ручной ввод. Выберите цель. Ввод подтвержден. Параметры цели приняты. Это 4-0-1-9. Нацелитесь. В чем дело? У нас все в порядке. Может, сбой на вашей стороне? Огонь! Живо! Стреляю! Нево атакует цель. Огонь! Откройте дверь! О, черт! Ложись! Покончим с этим! Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Сделаем. До скорой встречи. Аминь. Пока не заняты упавшим самолетом, мы вполне сможем проскочить. Ну, если ни с кем не придется говорить. Так что держи пасть на замке. Защитная станция на той стороне в туннелях. Доберемся туда и точно определим, где находится министр. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. Я за тобой.
Приближаемся к охраняемым помещениям. Прием. Слышу тебя, Хендрикс. Давай уже разберемся с этим. Готов, жду тебя. Чертова сирена. Подключаемся. Надо узнать, где министр. Тейлор, сканируем лица. Ждем окончательных результатов. Еще заложники. Я-то думал, тут только министр. Я тоже. Бедные сукины дети. Нильцы известны своей жестокостью. Тейлор, ты знал про других заключенных? Нас интересует только министр. Принято. Глянь ту передачу. Мы что, оставим их здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. Ничего. А вот и он, министр. Его перемещают. Нам нужно узнать, куда его переводят. Есть! Есть совпадение! Движемся в укрытие. Время? 2 минуты. 2 минуты. Я засекаю. Твою мать, ну ты и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Поверь. Так и есть. Пулеметчик сверху! Камеры прямо по курсу! За мной! Тебе наблюдатели. Дознаватель стоит спиной к двери. Два охранника внутри, расслабленные. По моему сигналу. 3, 2, вперед! Мы вытащим тебя отсюда. Делай, как я говорю, и все получится. Но как же лейтенант Халиль и остальные? Извини, нет времени. Халиль был героем каирского восстания. Он станет очень ценным инструментом для их пропаганды. Из него сделают отличный символ. Черт! Ладно, пошли! Вот этот. К двери, я прикрою. Министр! Халиль! Хендрикс! Готов драться, Халиль? Всегда. Мы заберем оружие из того шкафа и перепрограммируем его под тебя. Кажется, они нас засекли. Валим!
Тейлор, цель плюс один. Освобождены. Плюс один? Было приказано освободить только министра. Это лейтенант Зият Халиль. Слышал про такого? Не тормозите. Разберемся наверху. Нас будут встречать на следующем посту. Приготовиться. Подняться к ангару. Надо разделаться с лицами, чтобы попасть наверх. Быстрее! К лифту! Бросайте оружие! Давайте, быстро! Согласимся, и нам крышка. Поверь, откажемся, и нам крышка. Бросайте. Аж вперед. Опоздали. Твои воображаемые часы спешат. Рад тебя видеть, Джейкоб. И я тебя, Джон. Смотрю, ты изменился. Ты еще с Рэйчел? Ничего не вышло. Жалко. Свежая кровь? Позаботишься о нем так же, как обо мне? Это не смешно. Мы успеваем к эвакуации. Заряд готов. Готово, эвакуация через 10. Диас, ты будешь за няньку. Зажжем. Держитесь рядом. Держитесь, ясно?
машина моя. Прикройте огнем. И к мосту. Я их задержу. Выход впереди. Прорывайтесь к мосту. Марайте подхватит вас. Точка выхода сразу после моста. Они все равно у нас на хвосте. Мы расставили заряды по всей базе, чтобы прикрыть отступление. Взорвем их, когда перейдем мост. За нами никого. К электросети здания. Внимание, у нас противник в связной рубке. Выруби свет! Что? Думаешь, мы можем сражаться в темноте? Что-то типа того. Шлю данные на ваш интерфейс. Напоминаю, у них нет ночного видения. Перестреляйте их по одному. Отключаю тактические данные. Что теперь? СВПП окружают нас. Полегче, не стреляйте, он мой. Тейлор, команда Альфа-2 присоединяется к эвакуации. Просто как по пальцам, да, Тейлор? Эвакуация из спутниковой базы. Мы пришлем транспорт и заберем вас. Ты мне не ответил, Джон. Держитесь! Дополнительный путь прямо впереди! Ребят, вы это слышите? Марайте, если слышишь всякое, это ты себе пальцем заразу в ухо занес! Эй, пошел ты! Заткнись! Я тоже слышу! Прислушайтесь! Охренеть! Враг! Вижу врага! Роботы-штурмовики идут на нас! Чёртова туча их! Нужно открыть эту дверь быстро! Прикройте нас огнем! Все внутрь! Пошли, пошли! К точке выхода! Мы разберемся с роботами! Тейлор, у нас чисто, можем выбираться. Те другие заключенные... Их можно освободить. У нас нет задания спасать их. Задания их спасать может и нет, но они все еще люди. Или ты уже совсем забыл, каково это? Хорошо, план меняется. Хендрикс, твоя команда сопровождает министра к точке выхода из окружения. Мы вернемся и освободим заключенных. Новые роботы. Ах, мы о них позаботимся. Давайте, выбирайтесь отсюда. Давайте, быстрее, пошли! Я у руля! Турель твоя! Готовность!
приближается хренова туча роботов! Все будет в порядке. Просто держись. Держись.